этого дня подходит к завершению. Сегодня на сцене артисты сверкают особенно ярко, самыми ослепительными красками ранней осени. Но наши зрители не менее лучезарны, дорогие друзья, вы так сверкаете сегодня. И сегодня у нас есть именинница. Сегодня 1 сентября у Коваленко Антонины Ивановны день рождения. Просим вас подняться, Антонина Ивановна, где-то же здесь. Давайте мы поприветствуем вас. Да, поприветствуем Антонину, пожелаем ей счастья, здоровья. Антонина Ивановна, сегодня... Поздравляю, давайте, вот Антонина, давайте скажем. День рождения! С днем рождения! С днем рождения! Антонина Ивановна, сегодня все песни звучат для вас. Счастья вам, здоровья, долголетия и, конечно же, приходите на наши концерты выходного дня. И мы будем поздравлять всех вас, дорогие друзья, не только Антонину Ивановну. Также мы желаем вам, нашему любимому Волоконовскому району, нашей великой стране России, процветания и всяческих успехов осенью, зимой, весной и, конечно же, летом. В каждом времени года есть своя прелесть и своя любовь, дорогие друзья. А мы встречаем на сцене Артема Ябрикова. Шока, Шидловский сельский дом культуры, руководитель Елена Косолова.